Ну, мы понимаем, что мы отмечаем наше 10-летие. Мы хотим, чтобы вы тоже его отметили. Смоки пришел потравить вас. Естественно, и нас. Поэтому он не один пришел, он привел за собой своих друзей из металлической тусовки. Это металлическая тусовка поздравляет вас и нас с 10-летием! С праздником! Sign!
могут убить. Но если веришь в любовь, стоит еще жить. Всем привет! Это группа Animal Jazz. Мы с вами уже в пище 28 раз. Я хотел бы вам сказать только одну вещь. Я бы хотел, чтобы каждый из нас четко представлял себе, что он не идеален, что он не самый главный творец на Земле, что есть рядом с ним еще люди, которым необходимо иногда, чтобы девушек первые дубли подвязками на волосах, например, я знаю, чтобы не глотать волосы. Ну, к примеру, это мелочь на самом деле. На самом деле все начинается с детского сада, с детей, с детишек, с твоих будущих трех. Я хочу, чтобы мы любили себя, во-первых, во-вторых, наших детей. А это означает только одно, что ты провожаешь его в школу и пинком под зад, давай, иди, покажи, на что ты способен. И говоришь ему, так, дорогой, ну что, у нас все получится, отлично, круто. И он идет, маленький, такой. Приходит в школу, что его ждет там? А там его ждет увлеченная своей работой учительница, которая не говорит ему: «Эй, да! Кравцов! Доске!» И Кравцов как этот, как блинчик по воде. Потом он возвращается из школы, видит любящих друг друга родителей. Вау! Живите с тем, кого любите, например, хотя бы. Хотя бы. Это на самом деле огромная задача. А вот и все, друзья мои. Больше ничего нам не нужно. Не нужно никаких вот этих вот флагов там, да? Перечеркнутых крестов там. Кавказцы долой. Ля-ля-ля. Вот этого ничего не нужно будет вообще. Вот с этого начать. А это самое сложное, кстати. Вот я об этом молюсь, условно говоря. Если я вообще о чем-то молюсь, кроме себя самого, любимого. И желаю всем нам того, чтобы с нами произошло когда-нибудь вот такая история. И я надеюсь, что мы именно об этом поем, пишем все эти песни наши. 10 лет. Спасибо.